Правильное питание – залог здоровья и отличной фигуры. Эта наука известна всем с детства, но как правильно питаться именно летом, мы решили узнать у специалиста. Пища летом должна быть менее калорийной. Максимально надо использовать возможности нашего короткого лета, использовать местные овощи, фрукты и зелень. Ну и, конечно, стараться, как бы, чтобы в рационе при каждом приеме пищи была порция овощей и фруктов. Именно в сезонных овощах, фруктах и ягодах содержатся витамины А, В и С, которые так нужны нашему организму. А вот консервировать эти продукты не стоит, потому что после засолки или термической обработки они теряют полезные свойства. Кроме витаминов, обязательно для жизнедеятельности, для профилактики болезней кишечника, в том числе и онкологических, человеку нужно потреблять, любому человеку, не меньше 400-600 грамм овощей и фруктов в день. Это могут быть любые овощи. Ну, вроде как 600 грамм, кажется, что это очень много. На самом деле порция салата один раз в день, допустим, овощной гарнир на обед. А вот наваристые бульоны, жирное мясо и тортики лучше оставить на зиму. Летом заменить их морсами и салатами. Но если же все-таки вы не можете представить свою жизнь без шашлыка, то кушайте его обязательно с зеленью и овощами. Екатерина Листратова, Жаргал Трендашиев, новости дня.